То, что делало многие Дмитрия Драгина такими опасными, была его способность выполнять технику подсечек ашивазы одинаково хорошо, как против соперников правшей, так и против левшей, широким разнообразием позиций. Даже при поединке с сильным левшой, который держал доминирующий захват сверху на спине, Драгин мог найти решение. И это именно то, что показано здесь, варианты Ашибарай. Этот вариант выполняется благодаря тому, что Драгин создает дистанцию. Создав дистанцию, он стремится оказаться в такой позиции, которую он называет своей игровой площадкой, где он может нарушить равновесие соперника, а затем выполнить подсечку. В следующих четырех видео Драгин разделит весь процесс выполнения его варианта Дашибарай. Он разберет захваты, создание дистанции, шаги, выводящие на необходимую позицию, выведение уки из равновесия, ну и напоследок завершение все подсечкой. Драгин также продемонстрирует и покажет тот же вариант подсечки, но в ситуации, когда соперник держит захват за отворот сверху его руки. Еще больше обучающих видео на Superstar Judo.